9 участников сегодня поборются в этой номинации, в этом почетном, я бы даже сказал, конкурсе. Участники наши российские, но петь им предстоит по-японски. Таковы правила караоке на Хинаде. А судить наших участников от выступления будет наше уважаемое жюри. Сейчас мы вам его представим. Лиссандра, победитель множественных конкурсов и фестивалей караоке, представитель России на международном конкурсе караоке в Японии в 2016 году. А также наш давний друг, художница, иллюстратор, дизайнер, певица Томидзава Кирара. Томидзава Кирара, аплодисменты, друзья, аплодисменты, спасибо! И мы, можно сказать, подогреваем плацдарм для нашего первого участника. Жюри просьба быть объективными. И выбрать самого лучшего и самого достойного. Именно так. И на